По информации, один сотрудник ГИБДД ранен, осуществить его эвакуацию и оказание медицинской помощи. Так начались учения оперативного штаба Ульяновской области. По сценарию тактика специальных учений группа террористов ворвалась в здание аэропорта и захватила в заложники только что прибывших пассажиров. На место оперативно прибыли полицейские, началась перестрелка. Условные преступники скрылись в одном из помещений аэропорта. Один полицейский получил серьезные ранения, один погиб. Скорая помощь находится еще на месте? Точно на месте. Организовать прикрытие врачей. Для участия в обезвреживании террористов было привлечено более 700 человек. Сотрудников УФСБ, ОМВД, Управления Росгвардии, МЧС, УФСИН и многих других. Использовалось 60 единиц автомобильной и специальной техники. Информация об условном преступлении была доведена до оперативного штаба, который организовал проведение контртеррористической операции. Участники отработали вопросы оцепления объекта, оказания первой медицинской помощи, проведения аварийно-спасательных работ. Кроме этого, в работе использовали роботизированную технику для дистанционного обезвреживания взрывных веществ. Традиционно учения проводятся для проверки эффективности систем мер по борьбе с терроризмом. Уже на этой неделе в оперативном штабе дадут полный анализ учений.